Как отметил глава региона, снижение зафиксировано впервые за последние 9 лет. В планах в этом году сократить сумму долга еще на 3,5 миллиарда рублей. До этого задолженность региона только росла. 2 года назад нам удалось остановить этот процесс. Сейчас мы, наконец, переломили эту ситуацию и добились реального снижения госдолга. Но самое главное, у нас растут собственные доходы. В прошлом году консолидированный бюджет составил 253 миллиарда рублей. Это больше, чем мы планировали на 23 миллиарда. При этом, по словам губернатора, край не экономит на развитии социальной сферы, а даже наоборот. В этом году власти увеличивают статью расходов на строительство школ и покупку медицинского оборудования.